Итак, всем добрый день. Вашему вниманию предоставляется поляризационный фильтр круговой в обязательном порядке для цифровых камер. Ну и на резьбу 52 мм объектива. То есть резьба указана непосредственно на объективе, какие фильтры можно ставить. То есть, ну, в данном случае можно на Nikon 1755, ну, либо вариант микро объектив 40 мм. То есть там идет резьба 52. Поставляется вот в такой упаковочке. Внутри находится сам фильтр. Пластиковая упаковка для того, чтобы хранить его. Так, ну и вот фильтр Fujimi 52 мм. Так, принцип действия можно показать. То есть, если навести на LCD-монитор, то мы увидим черный экран. Сейчас вы это увидите. Так, ну и еще один момент, сейчас покажем, как он работает. То есть, видите, то есть убирает отражение с неметаллических поверхностей. То есть это стекла. Дальше пластики различные, то есть вот видим, то есть убирает, то есть данный фильтр проверим, поляризационный, то есть достаточно хорошо работает, ну и убирает все необходимые, вернее наоборот, ненужные блики с неметаллических поверхностей. Всем спасибо за внимание, тема была полезна. До следующих распаковок.